Мы продолжаем серию сюжетов о проектах Казанского федерального университета, получивших финансирование по программе «Умник». Данный конкурс как инструмент государственной поддержки талантливой молодежи заметно набирает популярность. За 10 лет поддержано 535 татарстанских проектов. Из федерального бюджета на их реализацию выделено более 224 миллионов рублей. В этом году в перечень заявок из Республики Татарстан, рекомендуемых для финансирования по программе «Умник», вошли сразу 8 проектов Казанского федерального университета. Об одной из них мы расскажем более подробно. Младший научный сотрудник Института физики Казанского федерального Виктория Гариева представила разработку лазерного комплекса для удаления атеросклеротических бляшек. Разрабатываемый прибор предназначен для лазерной ангиопластики. Суть ее заключается в том, чтобы разрушить атеросклеротические наслоения на внутренней поверхности сосудов человека путем облучения. Наиболее современным и наименее травмоопасным способом удаления атеросклеротических бляшек и сосудов является лазерная атеректомия или лазерная ангиопластика. С помощью этого способа наслоения разрушаются путем подведения лазерных импульсов непосредственно к бляшке. Атеросклероз – это хроническое заболевание, проявляющееся в отложениях холестерина и других жиров на внутренней стенке артерий в виде наслоений бляшек. Наиболее опасные последствия, к которым приводит атеросклероз – это инсульт, ишемическая болезнь сердца, инфаркт миокарда, а при поражении нижних конечностей – гангрена с последующей ампутацией. Водитель, остановите маршрутку! Ишемическая болезнь сердца и инсульт занимают первое и второе места в списке ведущих причин смертности в мире, публикуемых Всемирной организацией здравоохранения. Вот атеросклероз – это заболевание генетически присущее только человеку, к сожалению, имеет тенденцию к омоложению. То есть, если раньше считали атеросклероз неизменным атрибутом старения человека, то сегодня осложнения этого заболевания в виде инфаркта миокарда или инсультов, да, ишемических, уже не обязательно для лиц преклонного возраста. Исследования начались в конце 2016 года и продемонстрировали свою перспективность. Для наиболее безопасного при воздействии на сосуды и кровь учеными КФУ подобрана и выращена подходящая кристаллическая среда. Собран прототип лазера. Эксперименты проводятся на человеческих сосудах и бляшках, которые поставляются из 7-й городской больницы города Казани. Рост кристаллов осуществляется в лаборатории КФУ Института физики. Лазерное излучение подводится к бляшке через вводимый в сосуд катетер. Прибор будет предназначен для людей, страдающих атеросклерозом и находящихся в зоне риска инсульта или развития гангрены конечностей, вызванной закупоркой сосудов. Адель Шамилова, Ленардо Влетьяров, Универньюз.